Четвертый этап усиления мер по недопущению попадания коронавируса ввели в Казахстане с 1 марта. Авиасообщение со странами, куда за минувшие сутки вирус успел проникнуть, будет ограничено. Прибывающие попадут под карантин. В случае выявления и распространения инфекции Минздрав совместно с госорганами будет действовать по так называемому плану Б. Глава правительства, в свою очередь, поручил обеспечить увеличение производства медицинских масок и других средств защиты на казахстанских фармпредприятиях и приостановить выдачу разрешений для привлечения иностранной рабочей силы из эпид-опасных стран. Поручаю Министерству здравоохранения усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска государственной границы и обеспечить готовность к реализации мероприятий, запланированных в алгоритме действий. Министерству иностранных дел поручаю внести предложение по переносу ранее запланированных в стране крупных международных мероприятий, приостановить выдачу транзитных электронных туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.